Дорогие молодожены, прошу вас выпить шампанское в бокале до дна, чтобы ни капли не осталось, для того, чтобы не было неудачи бед в молодой семье. Вы должны разбить бокалы, потому что знаем, что сломанное приносит счастье. А уж теперь наши аплодисменты за молодожените. Сильно! В медном сосуде лежат белые красные цветки. Белый – символ мужского ребенка, красный – женского. Невеста ногой опрокидывает сосуд, и в соответствии с традицией, которая из двух цветков первым выскочит наружу, таким будет и первый ребенок в семье. Первый ребенок будет девочка!